Готовим сегодня простое блюдо, которое можно использовать в ежедневном рационе – жареную курицу на сковороде. За основу берем куриное филе, но также подойдут любые части птицы – бедра, голени, крылья. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Подготовьте ингредиенты. Куриное филе ополосните и просушите, после нарежьте филе средними по размеру кусочками. Очистите лук и чеснок, сполосните и просушите. Нарежьте лук и чеснок мелкими кубиками. Сковороду разогрейте и влейте немного масла. Выложите лук и чеснок. Жарьте 3 минуты. Переложите в сковороду кусочки курицы, посыпьте все солью, перцем и копченой паприкой. Жарьте курицу на небольшом огне 4-5 минут, после прикройте сковороду крышкой и готовьте еще 5-7 минут. Спустя время подавайте курицу к столу. Приятного аппетита! Покупай все продукты и напитки с хорошими скидками. Переходи по ссылке в описании и получи скидку до 30% на продукты для ваших кулинарных шедевров. Подписывайся на наш канал «Еда с перчинкой». Всем вкусненьких блюд!